Всем привет, с вами профессор Гуглов. Убитые водой девайсы – проклятие нашего времени. А что, если есть способ вернуть устройство к жизни? Не часто сталкиваешься с продуктом, как этот. Он настолько другой, уникальный и инновационный, что буквально стоит сделать шаг назад и выдохнуть. Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз портил электронику водой. iSurvived от компании NanoState заявляет, что вернет устройство к жизни. Ну что ж, хватит болтать, давайте проверим. Это Elephant P8000, полностью рабочий смартфон. NanoState указывает, что их продукт лучше всего работает на телефонах со съемной батареей. В нашем случае условия эксперимента будут не совсем идеальными. После всего лишь 10 секунд погружения телефон умирает. Оставляю еще примерно на минуту, чтобы уж наверняка. Достаю, встряхиваю и выгоняю как можно больше воды. Можно также пройтись салфеткой. Стоит снять заднюю крышку, так нанокристаллы быстрее впитают воду. Я был приятно удивлен, насколько проста вся процедура. Мы просто помещаем устройство внутрь и застегиваем. Оставляем на срок от 12 до 48 часов, что нестерпимо долго, как боль в заднице. Но кое-кто угробил телефон, мне ли жаловаться, не так ли? Итак, я прождал 16 часов. Давайте откроем и посмотрим, что внутри. Первое, что я заметил, это абсолютно сухой Elephant, который, как помним, был мокрым в начале. Вода будто испарилась. Эти два мешочка, которые нам советуют не открывать, могут впитать воды в 100 раз больше своего веса. Попробуем включить. И он работает. Действительно работает. Это невероятно. Все функции работают абсолютно нормально. Батарея держит заряд, экран работает как прежде. Лишь одна проблема. Немного воды осталось внутри камеры, но это совсем не повлияло на качество съемки. Думаю, что оставив телефон немного дольше, то и эта вода бы впиталась. iSurvived – это потрясающий продукт. Не берусь давать 100% гарантию, что он спасет и ваш телефон, но без сомнений, это невероятно крутая вещь. С вами был профессор Гуглов, подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте лайк, увидимся!